Подарки и кнопки жизни вручили участникам Великой Отечественной. Губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин и другие представители законодательной и исполнительной власти поздравили участников Великой Отечественной войны, проживающих в окружной столице с 70-й годовщиной Победы. Делегация посетила на дому 8 инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Подарочные наборы и цветы получили Александр Суряев, Валентина Коткина, Валентина Дерягина, Виталий Чуклин, Ангелина Тарасова, Прокопий Торопов, Данил Терентьев и Василий Самойлов. Вы вот несете очень большой патриотический вклад. Вы воспитываете вот подрастающую нашу молодежь. Да. Вчера одна было просьба. Только 4 встречи. О, это только нет, вчера, да? Нет, 30. Вчера не было, да? Значит, просьба, научите наше подрастающее поколение так любить жизнь, как любите ее вы. Научите вот этот вот, научите этому духу, научите вот любви к жизни. Всем ветеранам вручили так называемую «кнопку жизни». Это новый пилотный проект для региона. Пока их закуплено только 20, они предназначены участникам войны, инвалидам и вдовам. Устройство представляет собой мини-телефон с одной кнопкой с двусторонней связью. По нему можно позвонить оператору, который находится в колл-центре в Москве. Далее оператор определяет, какой вид помощи нужен позвонившему и направляет звонок в службы. Можно вызвать скорую помощь, полицию, управляющую компанию, социальных работников. Если вдруг человеку становится плохо и он может упасть, кнопка жизни автоматически срабатывает и вызывается экстренно бригада скорой помощи. Устройство поможет определить самостоятельное местонахождение человека, будь он дома или на улице.